тебя-то голова, а? Голова твой. Класс, где его? Категорию. Ну, а дайте на команде второй. Пожалуйста, сторона такая, вторая. Один. Хорошо. Кружочек. А можно квадратик? Надо так же. Геров, Геров, Геров! На поворотах осторожно. Да, сейчас я посмотрю, я не знаю, ты где. Давай, 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 здесь Дина не догонит, она снимает. Что, Игорь, слабо побегать, да? Боишься? Я только поел. Ну правильно, что опять кушаешь? Я буду только с этим платочком ходить. Все так слабо бегают вообще, я не понял. После шашлыка? Да, такой slow motion. Слушай, а где ваш домик? Яна, быстрее, быстрее, дети хотят, чтобы ты бегал. Пора, пора. Да.
думала, вы, я когда увидела вас, я думала, вы ее спрей-пейнтили и каким-то покрасили. Looks good, молодцы. Send the bad guys words. Black! А это у тебя бумажки, да, что там были? Да. Yeah, I was lazy. Я тоже думала. Yeah, first of all. Аня, Тань, мы тебя в лагерь приглашаем, будешь показывать. Всем доброе утро. Сейчас начнем наше общение. Давайте помолимся. Господи, слава, что нас любишь, что даешь здоровье, силы здесь отдыхать, в этом активном отдыхе. Когда мы сможем спать на озере, была святая творение. Даже ты нас хранил, чтобы не было никаких происшествий. Даже дал нам еду, все необходимое этой жизни, не говорю тебе за это. Также детки наши очень тоже здесь проявили себя хорошо, вели себя хорошо. Говорим тебе за это. Также просим, храни наш разъезд, чтобы все было хорошо, и это общение было с тобой. Аминь. Куда? Да тут не то это нет. Будете так сидеть. Ты не спалил, Богдан? Может, дров не было, там где-то еще. Там еще хватило, еще на многие поколения хватит. Да. Вы там все завышили. Если бы мы там отдыхали, там нормально было. Потом приехали, два часа собирался, там что было. А, да. А мы еще до пяти почти. Давайте сами. Наше внимание почитай исход. 19 глава, 10 стих. Здесь описывается, как народ должен носить, что они должны были сделать, и как они повели себя, должны себя вести, когда они приступают к Богу. И у нас, в нашем случае, сегодня мы просто взяли, стали и могли спокойно обратиться к Богу, представить к Нему.
А в их случае, когда они еще были с Моисеем, им приходилось, знаете, что делать, чтобы представить для Бога? И нужно было, и сказал Господь Моисею, пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи, берегитесь восходить на гору и приближаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побит его камнями или застрелит стрелой, скот то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трудного звука могут они взойти на гору. И сошел молодцы Моисей с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу, будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший из стана. И вышел Моисей, и вывел Моисей народ из стана в встретение Бога, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и зашел Моисей. Вот что происходило, это было в те далекие времена, и как народ ощущал присутствие Бога. А в Новом Завете у нас немножко другая картина. Здесь в послании к евреям пишется 12 глава, 18 стих. Это уже обращается к нам. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре, не к трудному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним больше не было продолжаемо слово. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедано было». Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону и к граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьма, и тьмам ангелов, торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, к духам праведников, достигших совершенства, и ходатай Нового Завета Иисусу и крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвергайте и вы говорящего. Если те, не послушав глаголящего на земле и не избегли наказания, то тем более неизбежимы мы, если отвратимся от глаголящего с небес, которого голос тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова «еще раз» означают изменение колебаемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, здесь уже идет заключение, что нам нужно делать. Итак, мы приемли царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить Богу, благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Исходя из этих отрывков, нам нужно сделать вывод, что нам нужно тоже с большой ответственностью, как в те времена израильский народ должен был относиться, когда он представал перед Богом. Они должны быть чистыми были быть, они должны были прикословно слушаться. Вот сказали, мы переходили, все. Стоило тебе только вот взять
спросил, чуть-чуть так захотелось тебе. Все. Тебя должны были тут же корнями побить или же стрелять его. Пустить. А в нашем случае мы предстаем уже перед Богом, получается. Мы уже прямо перед Богом, мы можем предстать в любой день, обратиться к Нему с просьбой или же с благодарением. Поэтому мы должны всегда иметь, следить за собой, чтобы мы были чистыми, непорочными, чтобы всегда могли, если сам решил, покаяться, покаяться и жить в мире с Богом, стараться следить за этим. И также, когда мы проводим служение, нужно тоже себя хорошо вести, чтобы дети тоже вы понимали, что сейчас мы, можно сказать, больше, ближе стоим к Богу, чем раньше тогда был израильский народ, и у них был страх и трепет, они боялись даже, они даже не могли. Им страшно было, даже Моисей говорил, что мне было страшно все это видеть и слышать. Поэтому мы должны это помнить. И благодарить Бога, что Он нам дал такую возможность всегда к Нему обращаться уже. Нам не нужно 2 дня, чтобы мы очищались, а потом сегодня проводили какое-то общение. Поэтому слава и благодарность Ему. Это уже сценка или еще нет, Лен? Да, музыка is part of it. А, вообще. Тимама, сделайте музыку потише. Я пойду к себе в комнату помолиться. Окей. Господи! Я хочу исполнять Твою волю. Скажи мне. Потом молится, я извиняюсь. Скажи мне, что бы Ты хотел? Витя, идем поможешь мне машину починить. Пап, я сейчас занят. Да сколько можно? Помоги, да помоги. Господь, да будет Твоя воля. Только укажи мне путь. Собирал вещи и куртку твою несу. Куда пособирал? На гора сел для миссии. И куртку твою несу. Можно я тоже ее отдам? Еще чего? Она только 5 лет в шкафу пролежала. А дырку я зашью. Может, даже и продать смогу. Господь, я хочу творить великие дела для Тебя. Витя, я с Тимой сегодня вечером участвуем в раздаче еды для бездомных. Можешь ли ты нам помочь? Слушай, я что, сумасшедший, по-твоему? Стоять целых 2 часа на жаре, да еще и в субботу. Хорошо, ты знаешь, где нас найти. Замечательно. Господь, все, что ты пожелаешь, ты только скажи. Вывод от этой сценки, да, как бы, это молитва это больше, чем слова. То есть то, что мы молимся, мы тоже должны смотреть на окружающих, на нашу семью. Если мы хотим служить Богу, то мы должны обращать первым делом на нашу семью. Членов нашей семьи, кому мы можем помочь, и также на что происходит у нас в церкви рядом с нами.
Алинке. Благодарим. Спасибо. Наш конкурс. Я начну первое, потом мы начнем со штрафников. Мария, ну договорись еще. Мы будем последней всей семьей, где if you're a badger, you need to come to the center, please. Окей, мы сделали наш проект. Мы его не делали заранее с вами вместе, поэтому то, что нашли. Что нормально, нормально. Хорошо. И я тут еще. А у нас есть ракушки, потому что они их нашли. У нас есть цветы, потому что дети цветы жизни. И у нас их три. И голубой цвет. Это потому что у нас в основном все мальчики. А голубой цвет с блестяшками, потому что все-таки девочка есть. Окей. Okay. Спасибо вам за внимание. Мы начнем с Полишиченко семьи. Я вам объявлю сейчас порядок. Полишиченко, Ковалюк. Богдан. Естественно, всем понятно, откуда мы. Слава Украине. Желтого нету. Желтого нету. Очки желтые. Дело в том, что gold cunt, и мы понимаем, что этот цвет желтый. Полинял на солнце. Да. Как мы все понимаем, здесь все высохло. Это у нас символ вот этой золотистой Калифорнии. Небо голубое – это улыбки наших детей. У нас их четверо, конечно, Лина. Это наша дочь, из девочек она старшая. Дальше идет Кристина, и у нас еще два мальчика. Алекс был здесь, и еще есть один, Андрей. Ему 22 года, у них отдельная семья. И чтобы мы чуть-чуть опоздали, и чтобы вы на нас не обижались, у меня есть стих такой. Бомби их. Для нас или для себя? Ну да. Нет, для вас. Для вас, для вас. Для нас, мы не будьте нисходительны. Ефесянам 5 глава, в начале. Итак, но 5:2 стих. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас, приношение в жертву Богу и благоухание приятное. И в начале здесь стих такой еще есть. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Главные слова из этого – это «живите в любви». Так что мы как гармония семьи, конечно, кто-то опоздал, кто-то где-то задержался, но мы должны жить в любви и подражать Богу. Аминь. Круг тогда отсюда, и вы закончите. Ну, у нас хорошо? Одна. Да, давайте по кругу, okay. Мы закончим. Дон Кихот. Что не сделаешь от вас? Спасибо, Лена, такая добрая. Любит нас. Вау. Это наш такой сайн. Нас зовут Виктор и Алена. А здесь мы любим ездить на рыбалку. Иногда лодкой. Ходим в церковь, служим. Занимаемся пчелами, ждем ребенка. А пчелами профессионально или как? Еще не знаю. Так что все. Очень красиво. И очень красиво. Я извиняюсь, сейчас и Разводовский еще. А вы пока все думаете, как можно, каким прилагателем можно охарактеризовать? У нас здесь идет свидание для ребят. Меня зовут Мухея, моя жена Юля, и Джессика где-то бегает. Что было, то слепили.
под руками, как Лена сказала, что есть под руками, под ногами. Мы нашли на пляже ракушки, и вот мы сегодня утром с Джессикой сделали. Она кушала сериал, и сериал сюда место. Ну, тут рыба есть, что-то бумажная рыба. Здесь тоже с этой стороны стастик рыба. Мы любим рыбу ходить. Здесь церковь, воскресная школа здесь. Все вместе. Все, наверное. Пойду как тенечек, кстати, чтобы лицо было у нас. Окей, perfect. Окей, это наша эмблема, family. И самые, like, outstanding, не то что outstanding, but noticeable буквы это AMI. Мы специально ничего там не клеили, потому что мы хотели, чтобы все видели AMI, потому что AMI на французском языке это friend. Так что наша семья, мы все friends, мы все AMI. F это глава, family, да, это, AMI это center, а F это глава, это father and faith. So наш папа, у нас папа в Первославянской баптистской церкви, это визитка. Он любит музыку и преподает русский язык, это по-русски написана книжка. А с другой стороны, Ами — это Эл, это наша мама, это Лав. Здесь цветы, она любит цветы, и зубы, и флос. Флос. Да, так что F and L — это держит наши AMI, наш friendship. It's anchored by faith and love. И последняя буква — это Y. И это как branching out, потому что наша семья branching, да, у нас есть и в Боливии, и в Орегоне, в Японии было, и еще у нас есть разные уже, так, внучки, племянники, да, две из них здесь, вот наши цветочки. Все, вот такая наша семья. Наша жизнь — это Бог, наша радость в Иисусе, наше счастье лишь в Нем, только в Нем. Неразрывном едином семейном союзе за Христом мы пойдем. Meaningful it is. Игорь, Яна. Я Леша. Значит, семья Гуреевых. Сегодня здесь 6, остальные это уже отдельная семья. У нас есть дочка 22 года, она замужем и скоро будет бэби. Поэтому вы видите, что пустое пространство на буквах мы засыпали песочком, как написано, что будет потомство как песок. Бог обещает, то есть у нас уже песочек, Господь благословляет, надеемся, мы растем. Значит, мы решили сделать каждую букву, как раз нас 6, здесь 6 букв, представляет каждого члена семьи, и каждый пытался добавить туда на каждую букву то, что он о чем. Буква F — это father, у нас папа, здесь карта. Ну, типа карта Америки, но это, ну, как бы это не... Карта, ну, дорог. Карта дорог, да. Вот здесь я сижу за рулем, здесь ключи у меня, там завожу машину, трактор еду. Сижу за рулем и, ну, и ремонтирую трака. Прям такое. Сцена как бы в дороге. На траке. Буква A у нас A. Да. A, она когда была маленькая, русская.
Да, Руся. А мы ее ангелочек называли, она такая белокурая, кудряшки были, и мы решили букву «Эй» отдать ей, платьечко девочка, и она очень любит себя называть принцессой, поэтому теперь корону. А дальше у нас буква «М», это мама. Тоже решили платьечко сделать, там я люблю торты делать, поэтому картинка «Бендейт», таблетки, это профессия. Да, и цветы, желтый цвет, радость в Господе, сила моя. Дальше у нас буква «Ай». Меня зовут Игорь, Ай, я механик, ботик, шурупик. Машину разобрали. Я не скажу, чью, конечно. Дальше буква «Л». Лиза, ну, что ты любишь? Я люблю юбочку, лошадку и цветочек, ракушку тоже. Яна, я очень как... Я сделала как... Вот сделала бусинку в ракушку, как жемчужина, как я люблю ожерелье, все такое. И «Белый Роз» — моя любимая компания косметики. Суши, я love суши. And smoothies, like, I make really good smoothies, so просто я обожаю спитать головы, ice cream smoothies, people throw both ways. So much care, like, a collection of purses, and I made a dress, because I got to design clothes. Наша семья. Придумайте, пожалуйста, слово. Нам дали задание сделать что-то с этим словом «family». У нас получается, чтобы получилось полностью «family», семья, у нас она состоит из, сначала состояла из «father» and «mother». Вот я, «father» and «mother». И потом у нас появилась «Алиса». У нас получилось «fam». Ну что, полностью уже получилось «family», у нас еще потом появилась «Элли». Получилось «family». Well, because I думала about this project, I thought that every word, every letter of the word family should represent what a family should be or what it is. So for the letter F, I wrote or faith, forgiveness, forever. Family's forever. Can't change them, can't return them, no exchanges, no refunds. For A, admired, appreciated, always adored. For M, masterpiece, because the family is really God's masterpiece. Memories and morals, that's very important, morals. For the letter I, important, identity, and... Oh, immense love. Immense meaning big love. For the letter L, we put love, life, and loyalty. And for the letter Y, that's a hard one. So the only ones I could come up with was years, because family is years together. You is part of the family, and your family. That's it. А мы все дружно думаем, как можно характеризовать этот проект, их проект. Как? Descriptive. That's a good one. Все согласны? Да, конечно. Окей. Лусюк, семья. Категории не делали по буквам?
просто как бы на общий, на общем фоне по камере мы нарисовали как бы картинки и кто что чем занимается и как бы какой характер у каждого. Начиная, например, вы видите здесь камушки, это и пальмы нарисованы с двух сторон. Это мы любим с семьей ездить, отдыхать, например, особенно на океан. На океан, на пляж, там где пальмы, где красиво. Вот. И этим самым мы собираем память и события, которые происходят, мы потом вспоминаем. И так наша семья этим живет, и мы иногда собираемся вместе и рассматриваем фотографии. Здесь, например, нарисованы еще, видите, мотоциклы, джетски. Это наш старший сын любит этим заниматься, он ремонтирует. И вот вы сейчас видели наши джетски, это он отремонтировал, и мы приехали сюда. Мотоциклы тоже нарисованы. Потом... А вы катаете на дёрт-байках? Лена нарисована, здесь Лена чем она занимается. Она real estate agent, потом она раньше была медсестрой, уколы делала, такое, тортики печет. Это больше как хобби, и это и она также любит рисовать. Окей, я за нашего папу скажу. Наш папа, вот мы нарисовали человечка, держит пленку, он любит затемнять окна, это его хобби. А работает он, видите, самолетики. Он работает с самолетами, справляет электронику самолетов. Так что у нас везде самолеты в доме. Вот. Здесь еще нарисована гитара, пианино. У нас Денис на гитаре играет, Андрей на пианино. За что еще? Ну, Андрейка тоже, да, на мотоцикле. И здесь A+. У нас Андрейка в этом году закончил на круглого отличника без единой A, а все A+. Вау! Это меньше, да? Это меньше, да? Good job. Thank you for your attention. Одним словом можно описать их? Smart family. Smart. Very educated. Educated. Okay. Smart. Educated. Хорошо. А Петренко, семья, вы готовы? Хорошо. Я так понял, у вас один проект на двоих? Вместе живете? Вам просто это остается на память, вы как ее. Они поделят. Так как мы жили в палатках, нам простительно 50% скидки. Нам было тяжело, но мы сделали... Так, встаньте все здесь. Это молдавская гагаузская семья. Да, туда. Мы на каждую букву решили, русскую букву сделать и хотели прочесть все слово как семья, и на каждую букву семья мы нашли стих из Библии. И первое «С» и сказал Бог: «Нехорошо быть человеку одному, а сотворим ему помощницу, помощника сотворим соответственно ему». Это буква «С». Вторая буква «Е». «И если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, ты хранишь меня и мою семью». И мы здесь все вместе, нам легче все вместе идти долиной смертной тени. Третья буква «Мудрость». Буква «М». «Мудростью устрояется дом твой и разумом утверждается». Если нет мудрости у отца и матери, он дом не устоит. Мне попало самое мягкое. Очень трудно было угадать, но слава Богу, мы нашли такой стих. Мягкий язык переламывает кость, и унылый дух сушит кости. Если мы как родители этого не сделаем, мы не будем мягкими с нашими детками, у нас ничего не получится. Наши дети будут такими же нервными, как и мы. Для семьи это очень важно, как мы разговариваем. Подумали, что Господь направил нас в правильное русло. И последний стих всем известный. А я и дом мой будем служить Господу. Аминь.
Громче, громче, жалко. Библейская, библейская. Верующая, библейская. Какая библейская, да? Библейская. И Петренко, семья. Будут заключать. Мы вас всех приветствуем. Вот ближе подходите, вы можете вот так показывать всем. У нас семья из 4 человек. Папа, father, мама Мила, M-I-L-A. И вот это вот два наших сына, Джейкоб и Моша. И из одной плоти, из папы и мамы, получилось Джейкоб и Моша. И мы хотим, чтобы мы были все вместе, чтобы наша why была forever in the center of this letter. Right here. Чтобы наши дороги не расходились, а чтобы мы всегда были вместе по всей нашей жизни. У нас, если честно, Джейкоб всю работу делал по decorations. Мы не нашли иглу, чтобы ракушки прилепить, но наш девочка очень постарался. Поэтому от лица нашей семьи я хочу поблагодарить девочку за то, что он так старался. Очень хорошо. Хорошо. Спасибо большое. Окей, слово. Стайлиш. Скромно? Стайлиш. Стайлиш? Стайлиш. Окей, давайте споем. Посчитаю. И это из 2 главы. Впрочем, помазание, которое вы получили от него, это 27 стих 2 главы, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как само сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Хочу, чтобы вот родители имели силу Святого Духа, отцы, исполнять отцовский долг, матеря, материнский долг, дети, свой детский долг. У каждого есть свои обязанности, свой долг. И для этого у нас есть помазание. Это то сошествие Святого Духа, которое сошло на апостолов, сошло через них на церковь и через церковь на нас. Цените это, прислушивайтесь к этому помазанию. Развивайте в себе вот эти особые качества, чуткости к Духу Святому. Потому что ни один человек не в состоянии пройти среди всех искушений, которые предлагает каждый день. Сегодня, если мы посмотрим на состояние церкви, мы можем увидеть, что часто люди думают, что ходить в церковь – это ходить на куда-нибудь, ну, на плейграунд, на заниматься играми. Слово Божье говорит, что жизнь – это не плейграунд. Жизнь – это поле битвы, и очень серьезной. И каждый отец, и каждая мать знает, насколько это серьезно отстаивать, отвоевывать у этого мира своих детей. И я желаю, чтобы только это помазание было в вашей семье, вы его ценили, и Бог бы дал вам достаточно мудрости, силы, которые мы сегодня слышали, чтобы дети понимали, что родители хотят для них только всего лучшего. И если где-то говорят «нет», только для вашего же блага. И если говорят «да», то это тоже для вашего же блага. Пусть Господь хранит семьи и гармонию семьи, и пусть гармония семьи растет, утверждается, и через благословение, которое мы получаем, получали бы и другие. Хочу еще раз от имени всех вас поблагодарить организаторов этого лагеря Бедриков и всех, кто вам помогал. К сожалению, мы не знаем всех, кто вам вас вдохновлял или наоборот. Лысик, спасибо. Да, Петренки, Иланчи, все. Хочу каждого назвать. Но хочу, конечно, ценить и сказать, что ваши звонки, ваше время, вам все то, что вы вот
сделали даже вот то, что следишь как диджей, и здесь за микрофоны отвечаешь, музыку включаешь. А? Первый раз в жизни. Давайте поаплодируем Валерию, что первый раз освоил новую специальность. Молодец. Но, наверное, надо будет все-таки быть внимательными, может где-то Валерии помочь, когда нужно будет. Так что вот там молодежь. Видите, дядя Валера ищет, кого бы получить диджейство. А аппаратура это твоя личная или церковная? Для гармонии семьи. Слава Богу, растет гармония семьи. Скоро, наверное, увидим уже еще что-нибудь интересное. Ждем новых планов. То, что некоторые проекты не осуществились тогда, когда мы хотели, мы думаем, что они все равно осуществятся в свое время. Так же, как те, кто до 10 лет в браке, мы молимся о них и помним, и хотим, чтобы у них тоже был когда-то, была встреча и вечер. И Монтерей также ждет своего времени, молимся об этом, ничего не снимается с повестки дня, но если сроки не выполняются, все в руках Господа. Давайте поблагодарим Господа за то, что Он дал нам такое прекрасное время друг с другом. Отец наш Небесный, по милости Твоей, мы имели это прекрасное время на лоне природы. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что этот праздник в этом году запомнится тем, что мы были вместе. Просим Тебя о тех, которые сейчас в пути, и просим благословения и охраны на дорогу каждого. Сохрани от непредвиденных случаев, от аварий. Очень благодарим Тебя, Господи, за то, что никто не пострадал. Ты хранил от увечий, Ты хранил от каких-то неожиданностей. И если были и болезни, и трудности, Ты помогал родителям с этим справляться и благословлять детей через это. Господи, мы просим Тебя, даруй мудрости всем нам, и родителям, и дедушкам, и бабушкам, и детям, и внукам, ценить то благословение, которым Ты благословил нас через веру в Господа нашего Иисуса Христа. Благослови церковь, которой мы принадлежим, благослови пастора, благослови, Господи, всех лидеров, которые трудятся в церкви и в воскресной школе, и в других участках служения. Молю Тебя о развитии гармонии семьи и о тех планах, которые на сердце у нас, которыми мы хотим, чтобы было прославлено имя Твое. Благослови те семьи, которые живут в браке до 10 лет. Ты знаешь, что мы хотели сделать этот вечер. Раньше не получилось, но мы хотим, чтобы он осуществился в будущем. Также благодарить Тебя за то, что и в Монтерее Ты делаешь Твою работу и готовишь определенный труд в будущем. Укажи нам, Господи, время и возможность, когда мы могли бы потрудиться там. Все это просим для славы Твоей во имя нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Давайте помолимся Отче наш все. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава, во веки. Аминь.